Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке». В студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Добрый день. Как и обещали в прошлой передаче, сегодня мы говорим о мульчировании. Наталья Викторовна, что это такое? Что это за способ? Это такой агроприем в сельском хозяйстве. Но вначале хочу сказать, что, наверное, каждый дачник задается вопросом, как сохранить влагу почвы у себя на грядках, как получить хороший урожай, как наконец-то избавиться от этих злостных сорняков, которые забирают уйму времени, на которые мы тратим силы и здоровье. И многие дачники, конечно, борются с такой утроенной энергией, с сорняками, пытаются сделать свои грядки идеально чистыми, ровными, черными. А в итоге получается, что растения страдают. Земля пересыхает, растения не могут получить ни влагу с почвы, потому что она очень быстро пересыхает, не поступает влага, не поступает питательные вещества, растения слабые, голодные, заболевают очень быстро. То есть эффект обратный. А если подумать о том, как происходит это все в природе? Вот природа, она первая придумала способ мульчирования. Посмотрите на деревья, на кустарники. Они осенью сбрасывают листья. Эти листья укрывают плотным слоем почву. Потом они закрывают корни от перемерзания, от холода. Вот это все перегнивает, превращается в гумус. То есть природа сама себя поддерживает. Никто же не кормит деревья, которые растут в лесу, в лесополосах, в таких различных насаждениях. А они живут и процветают. Мы же стараемся бороться с сорняками, но в итоге эффект обратный. И существует такой замечательный прием, который поможет вам, наши дорогие датчики, избавиться от частых прополок, рыхлений, удаления сорняков. Это прием мульчирования грядок под растениями и в открытом грунте, и в теплицах. Замечательный агроприем, который позволяет нам значительно облегчить и жизнь растениям, и в первую очередь и себе, конечно. Потому что мульчирование различными материалами, оно очень эффективно. Оно сразу удерживает влагу почве, защищает корни и от заморозков весенних, и от сильных перегревов летом, и помогает растениям не болеть, защищает их от различных болезней. Наталья Викторовна, назовите основные плюсы мульчирования. Ну, я уже сказала, самое главное, мы боремся с сорняками. Мульча, которую мы укладываем на грядку под растение, она как бы пресекает рост сорняков. Они просто элементарно не могут через нее пробиться. Это раз. Во-вторых, мульча защищает от пересыхания грунт. Она держит влагу. Солнышко ярко светит, через вот эту мульчу, слой мульчи не может влага так испаряться активно, как если была бы голая земля. Не образуется на поверхности грядки вот эта твердая корка, которую мы постоянно стараемся мотыжкой раздолбить, чтобы вот земля дышала. Земля спокойно, прекрасно дышит под этой мульчой. Не вымываются питательные вещества, они все сохраняются в почве. Плоды, ягоды находятся в сухом состоянии, они не лежат на земле, они хорошо проветриваются, освещается солнышком. То есть, как видите, плюсов очень много. А есть еще декоративная мульча, которая может и придать такой, знаете, изюминку вашему саду, акцент специальный, потому что она бывает разных цветов. Можно замульчировать приствольные круги деревьев или разместить ее в цветниках. То есть от мульчи очень много пользы, плюсов. Назвали плюсы, поговорили есть о них, но наверняка есть и минусы мульчирования. Какие? Конечно, как в каждом деле есть плюсы и минусы, в мульчировании тоже есть некоторые минусы. Но, допустим, если у вас почва или глинистая, очень глинистая почва, она плохо пропускает влагу, и вы замульчировали почву, то эта мульча начинает гнить. Понимаете? И если, допустим, это один из минусов, что на глинистых почвах мульча быстро загнивает. Если толстый слой мульчи, там могут находить убежище и кроты, и мыши. То есть им это очень нравится, там тепло, уютно, они могут тоже вредить растениям.
как результат. Поэтому мульчу мы тоже регулярно ее переворачиваем. Ну, во-первых, она постоянно оседает. Если мы, допустим, ту же скошенную траву, когда мы кладем, мы же ее не один раз кладем на землю, мы ее кладем постоянно. Ну, где-то раз в неделю, раз в две недели. Поэтому вы эту мульчу переворачиваете и следите, чтобы там не было никаких вот этих вредителей, скажем так. И в траве, помимо вот червей дождевых, там могут быть и насекомые различные. Это может привлекать птиц. Птицы будут лететь на мульчу, а этим самым тоже могут повредить растениям. Ну и некоторые дачники, им не нравится сам внешний вид мульчи. Она когда оседает, может быть, не так привлекательно смотрится, а некоторым хочется, чтобы грядки выглядели просто идеально, без соринки, без любого сорнячка, чтобы только растения росли. Ну это тоже для них является минусом. Но хочу сказать, мульчировать нужно правильно. Мульчируем мы тогда, когда земля прогрелась. Теплая. Если вы приехали на дачу, допустим, в апреле месяце, еще прохладно, холодно, наступают майские праздники, вы уже начинаете косить газон, земля не прогрелась, вы мульчу складываете на грядку. Это очень неправильный прием будет, потому что земля холодная, и мульча, она отсекает тепло потом от почвы, не поступает растениям. Мульчировать можно только прогревшуюся почву. Иначе будет обратный эффект. Растения будут плохо расти, если почва будет сырая и холодная. Поэтому мульчируем где-то начиная с конца мая до начала лета. И делаем это постоянно. Не один раз за сезон, а вот начиная с мая, с начала лета, практически все лето. Наталья Викторовна, какие виды мульчи существуют? Мульча в основном бывает органического происхождения, органическая и неорганическая. Ну, к органической мульче она самая, конечно, полезная, самая питательная, ценная. Сюда можно отнести перегной, можно мульчировать компостом, торфом, скошенной травой, листьями, различными опилками, стружкой древесной, корой, хвоей, то есть, как видите, картоном, еще забыла, картон можно использовать, вот бумагу, текстиль различные используют. Вот это все органическая мульча. Но из всего названного скажу, что перегной и компост – это самые лучшие виды мульчи. Почему? Потому что они целебные. Вот когда вы из компостной ямы берете компост, ну, естественно, уже перегнивший, перепревший, без таких крупных растительных остатков, вы замульчировали грядку, то она целебная, и она как бы отсекает споры, которые находятся в земле. Споры не могут залететь через этот слой мульчи и заразить растения. И вот эти патогены, которые есть в мульче, микробы, они подавляют вредные патогены, бактерии, которые находятся в почве. То есть она как бы защищает растения от того, что от вредного всего, что есть, от бактерий, микробов, спор грибов, которые есть в почве. И сыпать ее нужно, мульчу вот эту из перегноя или из компоста, толстым слоем, потому что это все-таки уже перегной, и черви ее быстро очень растаскивают, поэтому слоем где-то 10-15 сантиметров. Не просто насыпали тоненьким слоем и думаете, что вы замульчировали. Слой должен быть толстым. Часто мульчируют торфом. Но хочу сказать, что торф, он не целебный. А в нем, как вот в компосте или в перегное, в нем нет питательных веществ. Он пустой. И им хорошо мульчировать глинистые почвы или песчаные. Если у вас легкие песчаные почвы, замульчировав торфом, вы помогаете структурироваться почвам. Почва не такая легкая, не так быстро выпускает влагу. Торф, он накапливает влагу. И когда вы, допустим, замульчировали грядку глинистую, он помогает лишнюю влагу забрать на себя. Вот. И красиво смотрится черный торф, как прям такого темного цвета. Грядка хорошо смотрится, отсекает рост сорняков. Но торф, он очень, понимаете, быстро забирает азот из почвы. Поэтому, когда вы вносите торф, мульчируете, можно добавить немножко извести, чтобы он не подкислял вам почву. Ну, газонная трава, конечно, самое ходовое средство для мульчирования. Косим мы газон регулярно, хотя бы раз в 10 дней, кто-то косит даже раз в неделю. И вот эту траву не носите на компостную кучу, не делайте двойную работу. Сначала вы ее отнесете туда, там она у вас перегниет, перепреет, и потом будете заносить ее обратно на грядки. Сразу же на грядке немножко она подвяла у вас, и вы ровным слоем рассыпаете. И в теплице можно, под огурцы,
под томаты, под перцы и в открытый грунт, практически под все культуры. Тоже регулярно ее подсыпаем, потому что газонная трава, она хорошо пропускает влагу. Идут дожди, вы, допустим, поливаете свою грядку, через траву хорошо проходит вода, а обратно влага уже не испаряется. Структура почвы нормализуется, она хорошо дышит, почва, поступает хорошо питательные вещества. То есть вот эта скошенная трава, она замечательный вид мульчирования. Потом она перегнивает, это дополнительное питание вашей грядки. Некоторые мульчируют тем, что есть. Есть картон, картонные коробки. Очень удобно листами картона мульчировать под кустами. Потому что кустов, как правило, много. Попробуй выпали вот эту траву внутри куста. Поэтому сделали в картонной коробке разрез, положили ее, придавили сорняки, прижали их. Но это делать нужно не тогда, когда сорняки у вас уже выросли, допустим, 20-30 сантиметров. Нужно, когда они только тронулись в рост, вы этот картон разложили под кустом своим, вырезав в середине отверстия. То есть кустик у вас как бы получается растет из отверстия вот этого. А сверху на картон прижали его, чтобы его там ветром не сдуло. Положили сверху или торфом присыпали, или компостом. Потом может туда траву газонную или сорванные сорняки. Тоже не носить на компостную кучу. А тут немножко их подвялили и туда же подкладываете. Картон он тоже со временем и раскисает от дождей. Он отсекает рост тех сорняков, которые в земле, он не дает им выбраться наружу. Потом он со временем, он превращается тоже, потому что это органика, превращается в гумус, перегнивает все, и вы практически лишаете себя вот этого трудоемкого процесса прополки постоянной. И растениям хорошо, и вы себе облегчаете жить. Некоторые мешковину раскладывают на грядки свои под растения. Но мешковина, она, конечно, не так хорошо отсекает сорняки. Она же все-таки такая пористая. Сорняки мелкие пробиваются через нее, и земля тоже быстро высыхает. Но как вариант тоже возможно. Многие делают мульчирование опилками. Опилками, различной стружкой, отходами от древесины. Но вы знаете, опилки, они очень бедны азотом. И они, когда лежат на поверхности грядки, они, в принципе, легкие. Поэтому сорнякам легко через них пробиться. Значит, надо слой опилок делать большим, для того, чтобы отсечь сорняки. И опилки должны быть выветренные, не свежие. Потому что свежие опилки, они тут же заберут азот из почвы. Они будут перегнивать и забирать из почвы азот. Нужно, чтобы они выветрились, чтобы они уже были там год-два, они у вас полежали. Вот. Так что вот можно мульчировать и хвоей сосны, и опилками, но делать все нужно правильно. Наталья Викторовна, вы сказали о том, что есть мульча органическая, а есть неорганическая. Что относится именно к неорганической мульче? К неорганической мы относим пленки полиэтиленовые. Она может быть пленка белая, черная. И вот эти укрывные материалы. Лутросил, спанбон. Это неорганические. Дело в том, что органическая мульча, она со временем превращается в гумус, в питательные вещества. То вот эти неорганические, они не растворяются. Они так и остаются. И мы их потом удаляем. Но чаще всего используем пленки. Они и дешевые в покупке. И хочу сказать, что, конечно, предпочтение нужно давать черной пленке. Черная пленка, она не пропускает ультрафиолетовые лучи, она сама нагревается, но грунт под ней, земля, она не нагревается. Поэтому там нет парникового эффекта под черной пленкой. А если вы грядку замульчировали белой пленкой, то жаркие летние дни, конечно, там будет очень жарко растениям, корневая система перегревается. Вот. Белой пленкой лучше всего накрывать вот бурты вот на компостной яме, чтобы там был парниковый эффект, и там быстрее шли процессы вот выражения, гниения. Ну, а так, в принципе, наши дачники часто пользуются черной пленкой. Ну, когда покрывают грядку, вырезают отверстие, и почва дышит под пленкой. Не бойтесь, если, говорят, закрыли почву пленкой, она там может задохнуться. Ничего, только пленкой нужно укрывать почвы удобренные, чтобы там уже шел процесс вот переработки, чтобы там была органика. Голую пустую почву накрыть пленкой, сами понимаете, там ни растительности нет, и почва пустая. А вот вы удобрили грядку хорошенечко, потом накрыли, пролили ее хорошо, накрыли пленкой,
эта почва дышит, у нее проходят все эти процессы нормально. И вот в эту лунку вы и полив осуществляете, и в лунке боретесь с сорняками. Так что пленка тоже здорово выручает. Ну и вот эти укрывные материалы, спанбон, лутросил, они тоже хорошая защита. Они защищают и корни растений от переохлаждения и от перегрева. Через них хорошо проходит вода, хорошо проходит воздух, они отсекают тоже сорняки, но их тоже снимаем, потому что они не органические, они не переработаются на почве. Их нужно потом будет со временем снимать. Так что, как видите, вот эти средства для мульчирования, органические и неорганическая мульча, они значительно помогают человеку облегчить, дачнику, облегчить свой труд и уход за растением. И мы лишаем себя таких трудоемких процессов, как рыхление, прополка, частые поливы, то, что такое трудоемкое. И мульчирование, наконец-то, дает возможность дачнику разогнуться, посмотреть настолько хорошо, полюбоваться плодами своего труда и немножко на даче отдохнуть, а не только бороться с сорняками. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче.